внуков повадилась наведываться боль. Решил я проследить за ней в засаде, сижу в шкафу, вдыхаю досок смоль и выдыхаю спереди и сзади. Чтоб не спугнуть ехидное жульё, я ветошью прикинуться на полке, а шкаф, как полноценное жильё, вполне приемлем, только нету койки. Но чувствую, что рядом кто-то есть. Оно кряхтит и щелкает костями. Неловко мне, и я почту за честь у двери познакомиться с гостями. Позвольте ручку вам облобзать. Куда, откуда, извините, кто вы? А мне в ответ, ну, страшно рассказать. Лишь зубы лязгнули, как ржавые затворы. Тут, кстати, моль открыла нашу дверь, и все вдруг стало ясно и понятно. И заикаюсь я с тех пор теперь. Я моли не боюсь, но неприятно. Я в шкаф теперь отныне не ногой. Мне хватит впечатлений организму. Пусть доедает шапку мою моль. Мне ближе не видеть призрак коммунизма. Пусть доедает шапку мою моль. Мне ближе не видеть призрак коммунизма. Ну, а другого там не может быть. У каждого в шкафу свои скелеты. Да, я убил его, как мог забыть, как 30 лет расстался с партбилетом. Потом, конечно, был развал страны, и Горбачев пошел за мною следом. Вам эти факты, право, не нужны. Важней, кто будет вам в шкафу соседом.